Вот на поршне не снимается эта грязь. Чем угодно можно чистить. Но мы придумали способ вот такой. Друзья. Опа! Па-бам! Хозяйки на вооружении. Как новый. Дальше мы это все смываем, ну потом насухо вытрем. И поршень как новый. Маслицем. Смотрите, друзья. Это просто чистота. Поршень чистый, никакого нагара. Кстати, также я чищу трубку своей мурки. Вот такой вот лайфхак, очень интересный. Я все им очищаю этим сивитом, или как он там называется. В общем, друзья, давайте наберем 10 лайков под этим видео, и я придумаю новое видео. Лайки.